Ну а на месте сгоревшей дизельной электростанции в селе Березовка Среднеколымского Улуса появится новая. Энергетики уже приступили к сборке модулей станции. О работах в производственном центре «Сахаэнерго» расскажет Нергуяна Иванова. Эти кадры были сделаны в канун Нового года. Тогда вечером 29 декабря дотла сгорела дизельная станция, которая чуть не обесточила населенный пункт, в котором проживает около 380 человек. А это уже кадры из производственного центра «Сахаэнерго». Меньше месяца работы, и эти блок-модули новой дизельной станции в скором времени отправятся в Среднеколымский Улус, чтобы в домах жителей Березовки всегда было тепло и светло. Новая станция состоит из 8 блок-модулей. У каждой свои функции – насосная, операторская, ремонтно-мастерская, топливо, подготовительная и 4 модуля с дизель-генераторами. 7 уже готовы к транспортировке, один находится в цехе на стадии изготовления. И изготовляем мы из контейнеров 20 тонных, обшиваем ее. А сверху у нас профлис и снизу профлис. Снутри и снаружи профлист. Мы его утепляем и готовим, вырезаем проемы, делаем монтажные проемы, ставим дизеля. Ставим дизеля. На Березовку идут 5 дизельных агрегатов. 75-е и сотки. Металл есть металл все-таки, это не дерево. Ну а более-менее сделают качественно. У нас мы уже, считайте, много на север отправили таких модульных станций. Транспортировка будет осуществляться по стандартной схеме для Якутии, то есть наземным путем. По логистике дорога до Березовки где-то после 15 февраля, но в эти сроки мы, в принципе, ожидаем отправку. Движение есть с городом Якутском, получается, Среднеколымск. До Березовки осталось примерно 35-40 километров. Дня 2-3, наверное, еще будут работать, и до Березовки пробьются. В данное время в Березовке параллельно ведутся работы по устройству фундамента к установке станции. В село поедет бригада в составе 10 человек, это электрики и дизелисты. Дольное основание для модульной станции, ну и пойдет обвязка системы отопления, охлаждения, там, топливопровода, ну и выход электрической мощности. Вся эта система будет монтироваться на месте уже. По приезду в Березовку на сборку новой станции потребуется около 2 недель. Объект будет обеспечивать энергоснабжение всего села. Установленная мощность выбрана с учетом покрытия всех нагрузок и с учетом резервирования мощностей. С вводом этой станции решатся все проблемы отдаленного населенного пункта. Нергуяна Иванова, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.